Вернемся к нашим делам. Как насчет машины скорой помощи? Она у дверей вместе с санитарами. Хорошо. Что с ним, доктор? Что? У него высокая температура, вызванная сильным эмоциональным потрясением. Это соматическое состояние. Я дам ему успокоительное, оно поможет. Спасибо, доктор. Да. Извините, сеньора, там внизу санитары, они говорят, что приехали за вами. Он выполнил свою угрозу. Альдо меня снова упрячет. Нет, я этого не допущу. Ни одного волоса не упадет с головы моей матери. Здравствуйте. Яго, Морено, Франкито вернулся. Давно пора. Итак, ты напрасно скандалила. Я доказал, что мне можно доверять. Я не чудовище, Морено. Я только пользуюсь правами деда. Что сказал врач? Мой ребенок здоров? Да, да. Кажется, все хорошо. Кажется? А кто это, сеньорита? Морено. Я забыл тебе представить. Это Джастин, моя американская невеста. Да, моя невеста. Невеста. А ты не хотела верить. Ты так много говоришь о любви, но незначительная разница в возрасте вызвала у тебя кучу сомнений. Можете не стараться быть с ней вежливыми. Она, как истинная американка, изъясняется только по-английски. Теперь мы все выяснили, и я удаляюсь. До свидания, Морено. До свидания, внучек. Бай. 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 Я его не выношу. Дорогой, подожди. Это невыносимо. Давай успокоимся. А что, если мы сошли с ума и преувеличиваем опасность? Давай дождемся результатов анализа на ДНК, после этого мы его больше не увидим. Ладно? Я вот о другом задумался. Какую девчонку этот хрыч себе отхватил? Прага, есть новости? Мы нашли гроб, украденный с кладбища. Наконец, наконец, наконец! Любимая, это победа. Теперь все выяснится. Кошмар кончился.